А что вас потянуло к пьесе «Дальше тишина»? Сострадание к старикам этим. Чувство сострадания, оно часто вас посещает? Сострадание? Это самое, самое привычное мне чувство. И жизнь моя из-за этого очень нелегка. Не жалеете об этом? Нет. А вы знаете, что на этом спектакле в зале очень много плачут? Знаю. И как вы к этому относитесь? С удовольствием.